Саудовская Аравия устроит фейерверк в 1 000 000 залпов. Благодаря масштабному фейерверку Саудовская Аравия даже может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Саудовская Аравия в воскресенье, 23 сентября, отметит 88-ю годовщину основания королевства масштабными праздничными мероприятиями и грандиозным фейерверком. Об этом сообщили в Центре по международным связям правительства. Благодаря масштабному фейерверку Саудовская Аравия даже может попасть в книгу рекордов Гиннесса. 55 установок по всей стране сделают 990 тысяч залпов. Жителей королевства ожидает световое шоу. Кроме того, в Эр-Рияде выступит всемирно известный цирк «Ду Солейл». Напомним, за год страна достигла прогресса в расширении прав женщин и стала более открытой для туристов. Так, теперь женщины из Саудовской Аравии могут пилотировать гражданские самолеты и управлять автомобилем. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TMIC/Correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.